Добрый день, пожалуйста, представьтесь. Председатель 742-й участковой избирательной комиссии. Это у нас избирательный участок в доме 742. В доме культуры Кулаковского, да? Да. Ага. Как вас зовут? Кулаковников Владимир Александрович. Владимир Александрович, у вас на это время сколько человек проголосовало? На это время около 1200 человек. Ага, если сравнить с другими годами, как нормально, да, идет голосование? Да, голосование идет, явка хорошая. Народ стал более сознательно относиться к своему гражданскому долгу. А из других улусов, по-моему, здесь прикрепленные, да, приходят сюда? Да, есть прикрепленные через дополнительные списки, через спецзаявления, через просто заявления. А если они не успели, да, предположим, в эти дни, то они сразу здесь сдают, то есть свои заявления дают и тут же голосуют, да? Нет, никаких? Это только если у них имеется на руках спецзаявление. Спецзаявление. Да, было отведено в преддверии выборов два промежутка времени, когда люди могли написать заявление и спецзаявление на то, чтобы открепиться от своих избирательных участков и проголосовать там, где они будут находиться. И люди воспользовались, да? Да, люди воспользовались. Считаю, что это довольно доступный для людей способ. В общем, голосование идет все нормально, да? Ну, голосование проходит, явка хорошая. Все, спасибо.